Всем привет, дела у меня, да, потихонечку. Отношения с Лизой идеальны. Спасибо большое за трек. Спасибо. Всем спасибо. Всем-всем привет. С днем рождения у Написа. А, да, я общаюсь с Кристиной. О чем поговорим, предлагайте. А, еще раз напомню, что уже 2 февраля, 2, тут осталось буквально немножечко, на все площадки сливается мой трек. Ребята, это будет пушка. Вот сердечко. Всем-всем привет. Я уже 100-500 раз показала. Лира Канон, Ли Крис Канон. А, и напоминаю, что 11 октября у нас в Воронеже фан-встреча. Но есть солдаут, одна тема, что билетов осталось совсем чуть-чуть, и сегодня мы закрываем продажи. Поэтому торопитесь, у меня в Телеграме, в Инстаграме прикреплены ссылки, где можно купить последние билеты. Да, в студии у меня мутится очередной шедевр. Это будет что-то очень крутое, ребят, вы офигеете. Да, 11 февраля. О, я хочу свою любимую песню теперь, вот эту. А, отношения с Кирой, нормальные отношения с Кирой. Да, я влюблена. А за тебя душа болеет, при любых раскладах. Как бы не хотелось, но тебя мне не хватает. Падла, но пацан, туда я лучше скучаю. Постоянно думаю, где мой человек, где мой человек, где мой человек. Давай, Мияги. Шарите за Мияги. А, в Киру? Нет, я не влюблена в Киру, сорян. О, Литва, тебе тоже привет. Шумно очень. А песня называется «А за тебя» по Индии. Что там, друг мой? Кто пищит там? Собака играет. Так, секу. Секунду. По работе сейчас отвечу. По работе. Отвечу. Что, у меня опять рак речи. Вези меня, бомбила. А, нормально отношусь к Виолетте. Ха, так просил играется. Планы на будущее, если честно, у меня вообще грандиозны. О, Саня, брат, здорово. Я захотел, чтобы кто-то сказал. Собаку зовут? Федя. Федос. Федор. Федор Федорович. Саня, как твои дела? Пусть Баха продает колбасу. Да, это будет колбасный бизнес, отвечаю. Я в прямом. А я хотела тебе сказать, а ты чего спишь? Я не буду показывать Таню, она там бегает после душа. Жуша, душа. Плакала опять. Плакала? Да как? Не от души? А я нет, типа, я же старалась держать эти слезы, потому что, знаете, что мы сегодня с психологом обсуждали? Мою маму. И
Теперь мы будем прорабатывать травму, связанную с мамой. Класс. Я не знаю, нашла Бура наушнички или нет. Собачку пока не могу показать, потому что у меня так хорошо телефон удобно прикреплен. А до собачки идти надо, я так хорошо сижу. Вообще, это длинно, когда будет без гипс, покажем. Еще час-полтора у нас есть. Ну, час, может, меньше. Потому что нам только 40 минут до него, до Рестика ехать. Она сказала, что ей ехать еще час и 10 минут до Рестика. Да, она бы угорала. Я не пью, но буду. Нет, я не буду, я вообще не пью. Ужас, фу. Фу, алкоголь, фу. Парень, посмотри на мою эстетику. Где живешь? Живу в Москве. Я не пью, я не пью, я не пью. Я хочу... В каком городе сейчас? Я еще раз говорю, Москва. Вика, привет. Даня, привет. Покажи подарки с фан-встречи в Москве. Покажу скоро все, просто там надо еще разобраться. Мы еще не все разобрались со всем этим. Ну, сладости разобрали. Да, но сладости почти разобрали. А, хотите, что покажу? Охуеть, бля, пришлось встать. Маме сегодня рассказывала, насколько человек креативный. Один из подарков фан-встречи, это, ребят, вот. Чтобы понимали, это настоящая плитка. С моими фотками и моим стихом. Это бомба, блядь. Что-то изменилось после проекта, да много изменилось после проекта. Я скажу даже больше за внутренний мир. Самое главное. Ближе. Это твое панно, серьезно? Вообще, душа, ну это реально охрененно. Это... Пиздец. Мне реально понравилось, я вообще в шоке была, блядь, клянусь. А, я в Шую пока что не езжу в Карелию, я скоро туда поеду, но я туда приеду с Бурой, с Леной и с Захаровой. Я бы не умирал. О, точно, сейчас кое-что замутится. Где он написал? Один пост, а они, им что, еще 5к жалко, что ли? А, у меня тут работа опять. И даже водку. Фу, водку я не пью, водка зло, кстати, сам. У меня уже был черный маник, кстати-ка. Я бы ближе был телом бы и душой, если твои волосы пахли бы анашой. О, да, ребят, отметьте Костю, давайте позовем ее в эфир. Я что-то соскучилась по Костеньке, по моей пивной мышке. Давайте, отмечайте Костю, я хочу, чтобы она зашла в эфир. Твои волосы пахли бы анашой. Так, а где этот пост, чтобы комментарий отключить? Ладно. Я бы не умирал. Отметьте Костю, позовите, киньте этот эфир, пусть она залетает. Хочу с... Да, вот, красавчики, хочу с Костей поболтать. А, у Кости лагает инста. Так, ирония не выйдет в эфир, потому что Роня написала, что у нее жесткий трабл с инстой. А Таня Бура сейчас занята, потому что мы только минут 10 назад с ней общались.
Ой, тоже клевая песня, кстати, мне безумно нравится. На этих фразах, как у клеток, я видел смех, сука, наркотики под рэп. Я вижу так, ты хуй не слепишь меня светом, ты не солнце. Мой дом не верит никому. С Лизой. Лиза сегодня, кстати, тоже занята, потому что вчера был разговор, ей нужно было кое-куда ехать. О, Мишельку, красавчики, сами додумались Мишельку докинуть, закинуть, позвать. У меня дела, ну, слушайте, более-менее стабильные. Я не скажу, что прям говнище, но по-стабильному пока что. О, я включу Хвою, кстати, это еще один из моих любимых треков. А где мой гусик? Гусик! Ты его, наверное, снесёл, да, из тебя стоит. Посмотри, кто в гужу был. Сейчас, бродяги, гусика найду своего. Я поставил шалаш на береге Черного моря. Огнём не такое, но там шум припоя. И далее? Знал, что моя ты давно я. Направление поменялось. А ты думаешь, я не буду видеть этот стыд? Я не хочу смотреть. Моя песня выйдет 2 февраля на все площадки. Уже можно будет скачивать, слушать, на репит, повтор. Просто мы разнесем этот трек по всему миру, клянусь. Да, я, кстати, похудела. Мне нравится, кстати, что я похудела. Я хочу еще. Мало очень. Я хочу намного больше скинуть. А, Ангелину тоже отмечаете. Может, Ангелина зайдет? О, наконец-то, брат! Костя, заходи! Данте звонят! Я даже музыку приглушила. А может быть, блядь, тебе въебать, может? Зачем, блядь? В смысле, блядь, мы еще не вместе проводим эфир, я ебала. А? Теперь вместе. Ты меня обнимаешь на игрушке, блядь, сосиски в кисти нахуй. Зю-зю-зю-зю-зю. Ты видела мою подругу новую? Да. Подругу? Привет. Важно красивая, я ваха. Ну, я просыпаюсь. Согласилась вообще полностью. Я вообще в ахуе. Как ты? Нет, ты как? Я заебу как? Постабильнее, чем дома. А ты где? Я дома. В Москве? Да. Тогда увидимся. Так, когда мы увидимся, давай вообще без базару. Гость сегодня с нами в караоке. Кто? В караоке сегодня гость с нами. Погнали, блядь. Моя. Моя, блядь! И зависла. Классно. Костя, не висни! На радуге зависни! Бля. Как писать на этом телефоне? У меня все отлично. Заново. Отсоединись и присоединись заново. Я не понимаю, что произошло, блядь. Меня выкинуло нахуй. Ты лагаешь вообще знатно тогда. У тебя с инстой что-то не так. Ну, все, у меня все нормально с инстой. Почему тебя выбросило? Я не знаю. Это Инстаграм вообще живее. Это от твоей красоты инста этого не выдержала. Я говорю. От красоты вообще вот этой вот моей. Инста блядь. Сломалась от такой тройной красоты, блядь. Ты Кас. Написано Кас. Это я. Я набила, когда мы познакомились. Она ёбнутая. Я тебе говорю, она ебанутая. Это охуенно. Что сегодня? В караоке хочешь?
Да, в 11 часов поедем. А кто поедет? Зара, Баха, я, Стася. Поедем в караоке сегодня. Поехали, я люблю петь. Да, поедем. Видишь мне адрес только в телеге? Да, мы как соберемся, я тебе скину адрес. Окей, все. Договор, блядь. Конечно, вообще 100%. Давайте я вас разъебу нахуй, окей? Ты чё, охуела, ты вообще-то поедешь, блядь, 100%. Ебать она у меня малышечка, конечно, такая вообще. Красивая, да? Я ебала вообще. Довольно это смотрю, блядь. И набрали, прилипли. Я тут, блядь, Земфиру слушаю. Земфиру? Но. Что это? Бать ты, сука. Столько лет 50. А во сколько вы собираетесь? В 11. В 11? Время уже 5. Хуя себе. Я уже собрана. Я готова. Ко всему, блин. Блин. Я не знаю, откуда она такая ебанутая взялась. Я готова петь и разъебывать. Все караоке мира. Мои, она, блядь? Она у меня, да, она у меня чуть-чуть такая, но она моя, блядь. Это же охуенно. Все, ладно, бро, я погнала, я уже заебалась, хочу отдохнуть. Напиши мне адрес. Окей, базар, ну как мы соберемся, я тебе маякну, куда ехать. Муа, дай-ка. Моя львица была, моя львица. Как траву, ведь я не могу ее курить. Оп, Марта, присоединяйся к эфиру. Марта, кидай запрос. Марта. Марта, я еще не вижу вообще-то твоей, блядь, твоего значка, что ты просишься ко мне в эфир. Ведь я не могу ее курить. О, красава, Марта, сейчас я тебя подключу. Здрасте. Меня добавила. Привет, дорогая. Мияги, мы Мияги. Мы Мияги, я Мияги, ты Мияги, мы Мияги. Мы Мияги. Чё, как дела? Да потихонечку. Чё, ты с нами сегодня в караоке? Да, да, сегодня наконец-то я с вами. Да, сука. Я... С нами будет ещё одна моя подруга и её подруга. Ну всё, огонь. Костя, офигенная девчонка, она вам понравится. Шут блеск. Соберем толпу и нормально посидим. Все, я рада. А во сколько мы собираемся, или еще непонятно? Зара сказала, что мы в 11 поедем. Ну, я к ней к 10 заскочу. А вы сразу туда поедете или сначала к Заре? Зара здесь. Я сразу, наверное, поеду туда в караоке, потому что... О, и Баха здесь, и Женя, блядь, сколько вас. Мы Потому что я с подругой встречусь, в 9 ее провожу на поезд, она проездом с Карелии, моя подруга детства. Я хочу с ней сегодня встретиться и потом к вам. Все, огонь. Кстати, Настя, у меня к тебе вопрос. Когда выйдет твоя песня? Мне кажется, что после того, как я выложила это к себе в сторис, мне кажется, что мне людей этот вопрос задало, я не знаю сколько. Когда она выйдет? Просто мой трек официально заливается на все платформы 2 февраля. Все, шикарно. Я теперь всем отвечу. Я была в шоке от такого ажиотажа. Она понравилась всем. Она понравилась даже моей маме. А моей маме вообще редко куда что-то нравится. Это победа. Это победа. 100%. Это победа. Вообще с твоим мужем сижу. Он стесняется. Привет. Он стесняется. Мне сейчас начать шутить или нет? Нет, не надо. Только не вот эти вот свои вот эти вот шуточки. Какие мои вот эти вот шуточки? У меня все отлично с моими шуточками. Ну это да, это мы знаем. А то мало ли, начнешь шутить, до развода меня доведет. О-о-о. Чисто собралась банда, блядь. Чисто Мияги, просто мы Мияги, все в сборе. Зара. Зара.
Сара напротив сидит. Да, ее рука. Я вижу. Что, как у вас дела, ребята? Где готовы к караоке? Стас, ты же едешь в караоке сегодня с нами? Баха, слышишь? Чисто смотри, мы тут этот друг под другом похожи на пацанов, а они такие тёлки, да? Они тёлки. И чё за мир зависли, замолчали? Я отвисла. Марта Мияги, наушники. Только ебанит цитату. А, так. Да, Марта Мияги, цитату, требуем цитату, да? Если обиденнее, не обижайся. Если ударение, не ударяйся. Ты не неудачник, ты удачник. Раз ты сводишь со своим «не хочу, не могу, не буду», дыши, а то умрёшь. Мы не яги. Разъёб. И здесь должна была песня вот эта пойти. «Безумно можно быть первым». Ну, Зара со стороны просто. Эфир подключается с этим треком. Так, а здесь вообще можно маски какие-то? Да, можно в этом эфире маски. Отключите делать. Маски, из-за них эфир может подлагивать. А, ну ладно, тогда я не буду. У меня нас вроде снимаем. Баха, вы еще не всю колбасу съели? Да, колбасу там оставили. Хорошо, потому что я очень волновалась. Честно, я очень волновалась. Это колбасы? Сколько колбасы? Конечно, ты чё? Это колбаса, это самое лучшее, что я пробовала. Баха, отключи маску, прилагать будешь. Нормально. Всё, я рада. Я рада. Отлично. О, вот это трек. К вам давай пришёл кто-то? Кому-то давай. Кто-то пришёл, у кого-то какой-то домофон звонит. Это трек. Ага. Так, а как тут поставить, чтобы я тоже могла сердечко сделать нормально? Боже мой. Я жду кружочков в караоке. Кружочков будет много, я сегодня намерена петь. Девочки тоже, это певцы еще те. Поэтому ждите, они охуенно поют. И похуй. Развлекаем народ, как... Лиз. А ты можешь зайти к нам в эфир и сделать... Зайди в эфир. О боже, вот это да, вот это да. Настя, подождите, сейчас помолчите все. Настя, после увиденного режим флирта активирован. Тебя лучше со мной не сталкиваться теперь. Музыка. У меня все виснет. Это там. О, вот это я люблю. Ты зашел в эфир? Короче, сделайте, пожалуйста, сердечки, мой муж на стриме. Мы Мияги. Мы Мияги. Музыку бахнешь, пожалуйста. Зай, ну помоги девушке. Я тут соблазняю всех, вы что, не видите? Да, я уже соблазнилась. У меня муж уже так ревнует. А у тебя муж сейчас заревнует, не надо так делать. Макдональдс,
настроение. Ты ревнуешь или нет? Ты да, сказала, видишь, да, да, говорит. Полюбила панка, моя хулиганка. Только что меня не буди. У меня зависает чат или у нас нет сообщений в чате? Ты что, чай пьешь, Марта? Я тебя не узнаю. Я с ума вахую. Я тебя не узнаю. Какой чай? Я, может быть, к вечеру готовлюсь. Решила подготовиться, приехать к вам в нормальном состоянии. О, какая малышка к нам пришла. Привет. Пусть Маша пишет, пожалуйста, пусть может кто-то покажет эту банду, мы я мерить. Девочки, у меня... Оп, сейчас спою. О, инстасамка пошла. Сейчас спою, подождите. Скоро спою. Только ту часть, которую знаю. Пицца! Пицца! Сара. Сейчас скоро будет пою, скоро. Я сам. Главное не пропустить этот момент. Давай. Я, кажется, пропустила этот момент. Вот, нет, сейчас дитму, нет, сейчас. Сука, тряси жопой, как последний раз. Сука, столько денег, да на нас, то касса. Идёт твой заду, только бизнес-класс. Сколько денег, да на нас, то касса. Хуёво получилось, как смогла. Хлопай, хлопай, твои жопай, жопай, сука, мами, мами, делай мани, мани. Хлопай, хлопай, твои жопай, жопай, сука, мами, мами, делай мани, мани. Бар. Настя, ты сегодня её будешь петь в караоке? Что? У меня Баха, я тебя обожаю. А что она пишет? Баха пишет, Настя самка в эфире. Да. У меня почему-то просто перестал чат отображаться. Хрен знает почему. О, сейчас будет Good Morning и Кобра. А куда вы хотите в караоке? Куда они в караоке? Ну, а куда именно? В какой караоке поедем? Еще не определились. Я не знаю, что Кальян опять куришь? Ты кальянная женщина? Ну да, конечно. Ужас. Я тоже хочу кальян. Ну, в караоке сегодня закажем. Настя, после твоего тверка, после твоего тверка, ты делаешь все что угодно. Даже вилка станет, как полгода назад мы были еще таскал под носом. Что? Чего? Девочки, я не вижу чата. Что там смешное что-то? Когда попросили не читать вслух, блядь. Меня? Я не читала вслух, я разговаривала с мужем. Да.
Баха. Я про котиков говорю, Баха. Что? Нет, мы не звали. Объясните мне, что происходит в чате? У меня просто не отображается. Это меня обсуждают. Что за лампа у тебя, охуевшая? Забей на всех большой и толстый. Сама тянись к людям, которых ты видишь честными, светлыми и честными. Все, и не обращай внимания, что кто-то не хочет с тобой общаться. Значит, это не твои люди. Нихуя у тебя лампа, блядь. Да что за... А мне сейчас принесут еду, и я буду кушать охуенно хорошо. 15-й год. Батя. Уже, наверное, день третий. Лучше всех у Тибети, я топ-1 на планете. Все, я хочу Бигфут. У меня яйца большие и вонючие. Хорош. Ненавижу рэпа. Баха, врубаешь? Ты что, так из казака слышал? Больной, отбивай бро, не нужно пять обой. Это бой, это ладно, бой, отталки редко злой. Стой, не бой, отбой, мы нахуяли вас с тобой. У меня есть тысяча причин, что причинять им бой. Я дал тебя приступи, мама называет тебя мистер Ди. Пидер, 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 пидер. Так, девочки, я отчаливаю кушать. Давайте, до встречи. Я говорю, я ухожу кушать, да. Спасибо большое. Давайте, пока-пока. Меня, Настя, ты понимаешь, мой муж рискует уйти из семьи. Он уже так думал. Просто он не в семье Мияги, поэтому все так. Он уже, понимаете, нервничает, говорит. Ну, давайте напоследок свой трек включим. Давай. О, да, давай. Тут сейчас все, кто смотрит эфир, здесь 100% будут рады. Давай. Это ж просто мандаринка. Это просто мандаринка. Вообще-то Баха обещала показать на пизде волк. Блядь, иди на... Так, Баха, проказница, шалунья. Оп, понесла. Знаете, как Марта... Твоем экране, все, что на душе, не пальцем никто не узнает.
Просто... На всех площадках. Охуенная песня. Так, все, дорогие, семья Мияги, я ухожу кушать. Ну что ты уже, да. Что ты начинаешь, Стаси, демонстрируешь, что это было? А все, все вот... до вечера. Да. Люблю, целую, все. Давайте. Я не Стасия, я Стася. Ты Стасик, это таракан, который... Стасия, блин. Стасики. Меня слышно? Да. А что, до этого... Не было слышно? Мне кажется, нет. Я, блядь, говорю, вы молчите. А у меня просто музыка громкая. Я вас не включай музыку. Баха, тебе понравится этот трек? Красно писала. Дорога расстрела, забралась из силы. Пусть меня вдали, но судьба мила. Говорит могила, брать не душила. Последние сиглы, ты же не уснула, но я не та, но я научилась. Сходим ко дну, еще и бед вирус. Если мы гитара, я будто бабырос. Я не заметил то, как я вырос. Мой путь без цели, вечный детейлинг. Мы полетим, я наложу пилинг. На бегу берег, без психоделик. Махся колено, без истерик. Не эзотерик, но я верю в знаки. Знакомый кофе на дженнике ноки. Сама она, сама дарки. Не красный угол, не значит, что мраки. Потянет на дно, прямо на блоке. Снова Сейчас этот приглушу музыку. У тебя звук пропадает. Да, блять, как обычно. Оп. Что за светом музыка началась, да? Но подавился человечиной. Ох, светло, пацаны. Нет, как это исправить? А, все исправилось. Но надо лить небеса. Я молчу ни о чем, повсюду об этом. У меня глаза опять свет поменяют. Долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. Появился на свет, ты хочешь ответы, видимо нет. Это все просто иллюзия, или иллюзия то, что этого нет. Покажи лампу. Девочки красавицы мило улыбаются, волосы блестящие, на ветру метаются, на экзамены спешат, бегут, спотыкаются, личики румяные, блеют от внимания, потеплевшая весна. Нет. Да. А? Я взяла себе 45, потому что 54, она только одним цветом светила. Ну да, вот у меня 54. Я не захотела один цвет, и я захотела, чтобы он, бля, разный. У меня, бля, вторая лампа есть, разноцветная. Ну, мне все обошлось в 5 с лишним. Дороговато. Эта лампа столько не стоит. Это профессиональная лампа.
поверю ни на грамм. Говорят, что говорят? Сереть будут тупо. Наебал. Меня трёт даже в самом начале. Стоим в очередях за тем, что кончилось печально. Кто ты знаешь, точно ты в голове. Сейчас секунду написали. Меня встречали. Ну, сейчас нет, у всех мой твой. Это блокадный бургер. А где она написала? А, на американском. Синяя ветка от Арбата, это далеко? Таня, одевайся, выезжай. Одевайся, выезжай. На какую станцию? На Арбат нам надо, девчонка уже на синей ветке едет. Настя. Давай, короче, я тебе этот напишу, мне надо созвониться. 30 минут до Арбата. Мне созвониться надо. Давай.